святей же патриархи Кирилле, все во Христе, братья наши. Пред тобой видишь, имам честный отче. Не обещался ли сей иной невесте? Не обещался, честный отче. Имаше ли произволение благое и непринужденное, и твердую мысль паяти себе в мужа сего Романа, его же зде пред тобой видишь? Не обещался ли сей иного мужу? Не обещался. Благослови, Владыко! Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Господу помолимся! Благословен еси, Господи Боже наш, и же тайного и чистого брака священнодействителю и телесного законоположителю, нетление хранителю житейских благ строителю, самый ныне владыка вначале создавый человека, и положив его, як и царя твари и реки, не добро быть и человеку единому на земли, сотворим ему помощника по нему, и венчай я в плоть едину, даруя плод чрева, благочадие, восприятие, яко Твоя держава и Твое царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чается раб Божий Роман, рабе Божий Иулии, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Раб Божий Юрия, раб Божий Роману, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Боже наш, славою и честью венчай я. Господи Боже наш, славою и честью венчай я. Господи Боже наш, славу и честью венчай я. Руки метла восьмы положили си на главах и кренцы от камней честных, живота просишу тебе и дали си. Благослови благословением духовным,
яко благословися Твое имя и прославися Твое Царство, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Благослови и рабы Твои сия, Твоим промыслом, к общению брака сочетавшиеся. Благослови входы и исходы, умножи во благих животных, восприми венцы в царстве Твоем нескверные, непорочные и ненаветные соблюдая во веки веков. Мир всем! Главы Ваша, Господи, Отец, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых боговенчанных царей, равноапостолов Константина и Елены, стаг великомученика Прокопия и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбие. Святейшему патриарху Кириллу со всего Богоспасаемым Роману и Юли и сохрани их на многое лето. Поздравляю вас с венчанием, тушите свечи. Радостно, что ваш брак начинается именно с таинства венчания, который дает супругам как раз благодать созидать то единое целое, которое Бог промыслил о вас. Да, мы сейчас слышали
несколько раз говорил, что муж и жена сочетаются по промыслу Божию, не случайно. И то, что Бог соединил, человек да не разлучает. И вот в таком единомыслии вы должны были бы пребывать всегда и постоянно. Но, безусловно, к сожалению, мы состоим не только из каких-то добродетелей, не только из хороших сторон, но имеем и грехи, и страсти, привязанности какие-то земные, которые мешают нам по-настоящему обожиться. В Боге соединение человека происходит и с человеком, и с Богом. И страсти, которые у каждого есть, мешают нам. Так вот, дай Бог, чтобы эти страсти вами искоренялись, чтобы эти страсти послужили источником соблазна, какой-то беды, какой-то между вами трения. Все можно преодолеть. И мы видим вполне образцовые браки, существующие на земле и в наше время. И понимаем, что не надо думать, что сейчас семью нельзя содержать в таком порядке, в полном благовении. Все можно, как бы сказать, все в ваших силах. Если вы будете прибегать к помощи Божией, если вы будете находиться в церкви, вот, а я надеюсь, что это будет происходить, сказать, если вы будете регулярно исповедоваться, причащаться, вести духовную жизнь, поститься, молиться и так далее, то есть соблюдать те церковные установления, которые Господь дал каждому человеку, вы, безусловно, будете и между собой находиться в мире и единомыслии. Храни вас Господь и поздравляю еще раз вас с этим днем. Спасибо, Господи.